Привет всем, вы на канале Beer и Game, мы продолжаем проходить Evil Within, первая часть. У нас осталось проходить три главы. Да, что-то три главы будем проходить, еще 40 серий. Как нам написали в комментариях, как пройдем, так пройдем. Мы в кабинете безопасности, так скажем, подлечили здоровье, можем продолжать. Где мы? О, нет, туда не пойду. Жижа. А что он здесь делает? Жесть. Давай фонарен включим. Это закрыто. Ну давай, шняшки. Что вы там хотите сказать? Куда нам идти-то? Здесь были ловушки, были враги. Здесь что? Мы аккуратненько шли. Что? Откуда здесь жижа вообще? Жижа, ты чё, жижа, что ли? Сам ты жижа. Просто я не знаю, куда идти-то. Это мы назад идем, получается? Мы оттуда шли, да. Даже как темно-то, погано все. Пойдем туда. Чё это такое? Труп лежит. Ты! О, лифт уедет. Наконец-то поедем на лифте. Нет, мы не поедем на лифте. Темно вообще, жесть. Так, давай поймем. Очень близко все, погано. Здесь я не... О, картина с глазом. Смотрит вниз. О, это что такое, фэ? Давай подожгем этот труп. Он не жгется. Ничего даже не написано, пишется. Не знаю, тогда куда идти. Здесь уже эти начинают... картины этого появляться из второй части. Как же его звали-то, забыла. Рафаэль или как? Не помню, как его звали. О, сюда смотри. Ой, шприц, иди скорее. Шприц у нас. Вот это неплохо. Да что, сейчас они 10 козлов запустят, и нам труба будет. Пекай слабый вообще. В красном ящике что-нибудь было? Сейчас посмотрим. Зеленая фигня. На 1000 уже ничего не купить, все. Чего? Ой. Ну какой-то такой черный след какой-то, похожий на кровавый. Еще одни идут. Смотри, они все со взрывчатками. Блин. Да и похер. Шприцок. Живой тумба-юмба. Всего один. Но мы шприц прокачали. Включи фонарь, после него что-то осталось. Что после тебя снялось? Осталось после тебя что-нибудь, мудак? Ничего после тебя не осталось. Чё это такое? Я спрыгнул. Значит, не надо было его трогать. Блин, они уже вообще оснащены... оснащены таким ружбасом, что трупы вообще офигевшие какие-то. Это, видимо, этот мудак насоздавал. Этот обгорелый хер. Ну и нам надо прокачиваться, не отставать от них. Еще подобрать, да, можно? Кого? Одну. О, зашибись. О, о, блин, козлина шприц отнял. Пройдемся по комнатам. Все. Отпускаю. Фрагмент 25. Че, 10 ящиков? Зачем тогда было его открывать, если ни хрена нету, бессмысленно. Типа, можно ящики открыть, да? Ну хорошо. Ну, о. Надежда какая-то есть, что там что-то будет. Что там еще у нас есть? Шприцов 10 штук давайте. Да, шприцы нам сейчас не помешают. Блин, если жижу даю, значит это предвещает того, что игра будет очень длинная еще. Блин. 18 глав, ё-моё, охереть. Сень, есть деньги? Смотри, он сидит рядом с ловушкой. Сеня.
Фавы! Блин, что вы так жижи-то много даете? Чего жижи так много? Слишком добрые разработчики, прям подозрительно какие-то добрые. Кореш, иди. Тополя. Ага, ловушка. Тополя. Ёптвоноли, я думал, ее просто можно обезвредить. А ты не успел. Как они достали, ой-ой-ой-ой. Да и дохни ты, Костабланка потный. Пофигу на тебе. Что это здесь еще стоял? Две снайперки. Еще какие-то ловушки там лежат. Угу. Шприцов нет, половина здоровья только. Да, пофигу. Чихать на него. Дохни, Костабланка. Это твоя участь. Тебя сделали таким. Ой, ну давай, ну пойдем туда, давай. Костабланкин. Ты все равно пройдешь игру. Хоть такой позорный, но пройдешь. Вот здесь обзор делали дерьмовый. О. За воздух держишься? Зашибись. Чё там взяли? Еще что? Здесь тоже надо что-то поискать. Инструментики. Может быть, здесь шприцы положат нам все-таки? Почему же вот сделали бы так, чтобы шприцы покупать можно было? Фу, жесть, я испугался. Сам открыл ящик и испугался. Да. Спичка, ура. Лучше по аптечка. Ни черта нету. От этого мудака потом бегать по-любому придется. Да что вот со своими банками потными? И не обойти, он, понимаешь, он... Джозеф? Он так движется, вот так, раз, вперед держишь, он пробегает большое расстояние, по миллиметру не пройти. Конечно, Джозеф. Сейчас тебе такого Джозефа смастерит разработчик. Джозеф, что ты, Кость, офигеешь? Жесть, паскуда напугала, даже крыса уже пугает меня. Да что вы со своими банками, идите вы. Ой, 6000. Я вижу шприц, или мне кажется? Где ты его видишь? Ну, обойди тут, посмотри все. Да чё мне тут смотреть, не знаю, ещё. Это ничего. С той стороны обойди стол. Зачем? Что здесь? Вот здесь ничего нет? Нету ничего. Пиво, жрачка. Ну ладно, лучше 10 раз проверить. Иди, Костабланка, иди! Сделай, мудака. Пи-пи-пи-пи-пи. Вот здесь вот все плохо. Это я так пугаю. Скотинная банка. А ведь может запищать, иди да? Нахрен. Согласны же? В любой момент. Какая-нибудь ловушечка налепленная. Шприц лучше бы дали. Да иди ты со своей. Повар сейчас придет. А, это Джозеф там бегает. И убежал. У них там свои разборки, мы не будем вмешиваться. Падла ты. Как ты задолбал-то уже нас. Зашибись. А я к вам такой. О боже, что теперь? Хрен его знает. Блин, это бомба или что это? Да, это ловушки. Они взрываются? Да. Ну, то есть, ты их обезреживай. А та почему-то тварь взорвалась. Она была другая, она была такая... остренькая, скажем так. Кстати, глаза нет, и это меня напрягает. Идите, мы отдохнем немножко. Гранаты 3 штуки, так что здесь по арбалету. К разрывной болт.
Блин, ничего больше нельзя. Максимум. Значит, мы еще можем что-то сделать. Электроболт, криоболт. Электропрокачанный, ну хрен. Все. Нет, я имею в виду... Смотри, на столе-то есть что-нибудь? А что нам стол? Ну, давай посмотрим. А вдруг заваляется какой-нибудь жалкий. Вот так вот, вот такой бы обзор бы делали, вот так вот. Вот, это самый нормальный обзор. Вот так вот должен быть обзор. Как в Бэтмене, да? А он ближе стоит, из-за этого дерьмово все играть им вообще. Что там было? Да шприц, наверное. Криоболт. Ой, это да что ты так ходишь-то, тупой? Пила к тебе летит. Ай, похуй. И что делать? Залази на столу, на стол. На... Я так полагаю, она там. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, какая. Надо как-то тебе их оббегать, что ли, не попасть. Ты чё? Беги ты, придурка, сделал. Вот как Хаммонд, ты говоришь, игра. Смотри, какая тупая игра. Когда он нихера не может запрыгнуть, идиот. Куда идти? Там растяжка, смотри. Это растяжка, если что. Вот, наверное, это типа дорога с препятствиями. Смотри, огонь, ловушки. Ничего пилы. Больше. Пилы. Блин, ну ой, как ими надоело это уже все. Зашибись. Костебланка! Пшел он. Пшел. Гандоны сраные. Напоследок, гандоны. Да, вообще? Напоследок подсунули кислоту. Козлы сраные, а. Так хорошо прошли это испытание. Я уже просто ненавижу эту игру, жесть. Я так ненавидел ни одну игру. Ой, да ты многие игры ненавидел. Нифига подобно. Вот это уже задолбало меня все вообще. Я говорю, просто... Ты Бэтмена послушай финальные серии свои. Ладно, слушай, хочешь поиграть? Ладно, если бы ты всю играла я, игру... Нет, я ничего не говорю. Ну, не я в нее играла говорить. Там какую прошлую серию. Она действительно очень напрягает, эта игра. Не затрахала эта игра, откровенно говорю. Надоела уже. Мы ее каждый день уже играем, только чтобы это фуфло пройти. Ну, блин. Этот Керамики Макамака придумал тут всякую херню. Иди. Да чё ты не разоружаешь эту херню? Ты педрила, точно, я тебе говорю, уж даже козёл, а. Ну, походи, какое же это дерьмо, жесть. Задолбало уже, а. Так даешь мне, как будто я... Каждый день в этот мусор играем. Это мусор, а не игра. Просто мусор. Фу. Как там включить лампу? Ай. Айку, 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 айку. Уки, 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 уки. Помимо того, что игра дерьмо, так это управление не дает ничего сделать. Посмотрел бы я на этого японца, как бы он поиграл бы тут в эту игру свою, творение тут. Творить он умеет, а управление дерьмо. Молодец какой, ё-моё. Козлы, а? Ну козлы, а подсунули свою херню. Баночки валяются.
Здесь надо бежать, здесь огонь. Блин, я думала, пройду так. Не пройдешь. Ты не видела нитку? Нет. Ты там ее вообще не обезвреживал. В том месте. Еще какой-то труп подкатился, я думала, он живой. Гондоны, ой, блин. Это мучение, уже не игра. Не зря мы ее не хотели играть. Ну, я не хотел играть. Хорошо, что она у нас не шла тогда, но, блин, как назло она пошла. Управление, дерьмо. Уйди со своей банкой нахрен. Чё-то подобрать. Биоболт. Я понимаю, ловушки, они к чему-то крепятся. А вот эта вот фигня летающая, это что, НЛО какое-то? Не понимаю. Обезвреживай ты, хер, 10 раз пробел уже жму. Блин, урод сраный. Где педрила бегает зеленая вша на гребешке? Жесть, какая камера-то отвратительная, вообще жесть! Параша долбаная! Да режь ты этому грабли! Да что ты присралась-то к нам, тварь! Зашибись. Что-то еще подобрали. Давай перезаряжай свою херню! Они что, бесконечные, что ли? Ёб твою мать. Кислота. Да как ее выключить, а урод ты японский, блин. Мне кажется, человек мог спокойно бы здесь пролететь. Просто прыгнуть и влететь в эту... Прям эта кислота вот прям за секунду, да, действует. Педрила, ёб твою мать. Срань, проходишь 5 минут, 30 минут проходишь, это говно. Давай банку кидай, Костебланка потная. Почему их так много, там, этих ловушек вонючих? Забрался бы, да поверху прошелся, блин. Нет, они... Культурный? Ногу резуй, нин. Иди нахер, тварь. Они в одну херню... Что это за дерьмо тут? Не ори, тварь, не ори, скотина. Чего? Что такое? Почему она не сработала, нахуй? Ай, блин. Тварь. Он как дерьмо стреляет. Человек бы и то бы уже убил бы эту... Педрилы. Жесть, обзор дерьмовый
стрелит, целится дерьмово. Ой, придурки, ёб твою мать. Дебилоид, да ёб. О, целится, ничего не видно. Ну нахера такой прицел делаешь? Что это за дерьмо? Я целюсь вот так вот, руку выставляю, все. Гондоны. Иди в задницу. Чё, педрила, подох, урод. Жесть, какой же это шлак, хама, это шлак. Это за столько уже игр, сколько мы прошли, это геморрой просто. Мы такие игры проходим, которые были без геморроя, а это просто реальный геморрой, который сядешь и попка болеть будет нахрен. Давай ты быстрее раздражай, ты что это там 10 лет бы еще тебе сделали, чтобы ты расхерачивал. Давай, попка, попка кокаин, блин. Все, 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 пошла шняга, поехала. Педрила, уехала куда-то. А? Все? Казнилина. Хватит гореть, скотина. Твою мать. Что с этим дерьмом делать? Вот, вот сбоку, наверное, вот эта вот красная фигня. Да быстрее ты, хермор! Ты гондон, а! Урод, а! Ты ловушку, по-моему, не обезвредил. Пидоры, пидоры, сраные, а! Лучше бы этот японец не рождался бы нахрен. Геморройщик. Недаром ему это... Откуда он там ушел нахрен? С какой компании? А Бетезда ему развязала руки, он парашу какую-то делает. О, пись, Лёша. Что точно? Парашу делает нахрен. Как ты где? У нас в приметы не веришь. Ну все, все, хватит. Я знаю, что я ничего не верю. Ничего нету нахрен. Ни бога, никого, никаких примет нахрен. Гондоны, а? Придется дробовичок брать, посильнее будет. Гори, тварь, гори. Там ловушка была, тварь. Что это за дерьмо было? Они заново выезжают, они откуда-то вон сбоку появляются. Смотри, знает, куда ехать, а? Сейчас здесь еще одна ловушка. Да пошел ты нахер, эй, тварь! Обезвреживай, вша на гребешке! Я обезвредил ловушку. Иди ты в жопу, тварь! Обезвреживай, сатанист! Че ты там шьешь, что ли, рукодельник-то наш? Швея ты долбаная! Где шприцы сраные? Нету шприцов, твари. Вот так, вот так.
Да ты педрила, беги, алкаш, ты долбанная, Костебланка потная. Гори в аду, тварь. Срань. Гнида какая-то летает. Дай ты косой урод. О, Костебланка, ты живой? Он пукнул. Пукнул. Костебланка пукнул. Заряжай ты, педрило, Педрос Иваныч. Потное НЛО. Давай, рукодельник, шей! Ты чё, гнида, да ди... Давай, шей быстрее носок свой потный! Куда бежать? Вот эта дорожка с препятствиями. Выбирай. Пошли туда. Гнида, сохранение будешь давать нам? Япония, сделал нам сохранение? Что здесь лежит? Пора. Давайте нам огромный шприц. А, нет, это жижу потную дают, которая бесполезна. 6. О. Там еще что-то было. О, зашибись. Антидот нахер. И еще что-то было. Где? Ну, поищи вот в этой комнате. Это что такое? А, это не то? Я думал, это закрыто. Да, примем нахер на грудь. Чё, дверь закрыла, что ли? Сохранение, японец. Япона-мать. Это было очень напряжно. Что там? Гнида уже видит. Подожди, там... Может было что-то взять, да? Вон гнида, видишь? пробел. Один взяли. Блин, сколько кнопок надо нажать. Как играть на джойстике в танчике? Одну кнопку нажал, до свидания. Давайте сохранение. Да, тут был Джозеф и мясник. Мясника нам не хватало еще. Все, подписка на канал, нахрен уходим. Он уже нас заметил. Подписка на канал, вступайте в группу ВКонтакте, комментируйте, ставить лайка. Передайте привет швее. Костебланка. Пока.